Не забыла, куда мы сегодня едем. Для Сталина, для производства. Дверь-то открыта. Доброе утро. У меня не выспавшийся вид, мокрая голова. А это значит, что мы сегодня встали рано и едем сегодня на экскурсию. Мы едем сегодня... Не забыла, куда мы сегодня едем. Друзья, я уточнила. Мы едем в Кахетию, в красивое место. Там, где много вина, архитектуры и природы. Вот так вот. Григорий, ты что-то спрятался. Все, мы уже встретились с нашими ребятами, с которыми мы едем. Ждем еще остальную группу и садимся быстро и едем. А это ресторан? Это ресторан. Мы приехали в ресторан. Оливковое дерево. Вот там вот долина виноградников. Вот оттуда мы приехали. А вон там, смотрите, подсолнухи растут. И тоже оливка какая большая. Ехали мы примерно 2 часа. Часть группы укачала. А я, кстати, бодрячком. Хорошо даже. Заходим вовнутрь. Тут дверь в туалет, как будто бы в шкаф. Так заходишь. Вот мы пришли на подсолнуховое поле, и мы здесь отснялись. Мне, наверное, здесь нужно сделать просвол. А вот тут еще лаванда. Русплат версал брухо. Сразу быстро опускается, ничего не остается, значит это сахар. А когда вот медленно так... Вот. Контент. Теперь нас ведут в окроп. Вот тут... Ой, это абрикосы. Здравствуйте. Ну, вот здесь вот вино хранится. Вон вино, там бочки. Это там бочки, врытые в землю. Оказывается, здесь вода. Я была не права. Наша следующая остановка – это монастырь. Какие тут запахи. Mm-hmm. Вообще пахнет очень вкусно природой, деревьями и всем-всем. Идеалити. Дорога какая. Какой красивый. Очень красиво смотрится и так вписано в природный пейзаж. Такие виды вообще, да? Шикарные. Просто. Вот сюда надо брать вино. Сыр. Сел на пледик. Да. Очень красиво. Мы находимся на территории монастыря, и дальше мы пойдем к источнику, либо поедем. Но к источнику идти 300 ступенек вниз, наверх мы точно не пойдем. А вот когда спустимся, нас уже заберут. Сейчас узнаем, куда нам идти и что делать.
Мы пошли в путь, у нас 300 ступеней вниз. Но сегодня мы, наверное, красивые. Да, очень красиво. Я не буду переставать говорить, как здесь красиво. Дальше ступени у нас заканчиваются, идет просто дорожка, а ступени вот. У нас заново появилась лесенка, дорожка. Просто, видимо, лавина сошла и все снесла. Оползневая зона. Мы спустились вниз. Тут вот домик, это что, не знаю, что за домик. Еще один домик справа, и вот дорога уже получается, ведущая дальше, ниже. Ножки у меня перенапряглись, а это, оказывается, источник, к которому мы шли. Вот тут можно купить рубашку и окунаться вот сюда. Тапочки есть, вот там она, слушайте, течет, но я не буду никуда окунаться, я просто посмотрю. Вот тут можно попить, умыться. Ну все, мы идем дальше. Двое из нас искупалось в источнике. Я, естественно, нет. Я эти все водные процедуры не принимаю. Не люблю я. Вот, но понаблюдать интересно. Мы приехали в город Сигнаки. Сигнаки, по-моему, так. Тяжело запомнить. Вот. Мы идем сейчас в музей. Что за красота? Просто beautiful, magical. Unbelievable. Unbelievable. А вон там у кого-то вилла с басиком. Я им завидую. Ой, а там еще вилла с басиком. Тут везде вилла с басиком. Мы, оказывается, в археологическом музее. Здесь собрано много экспонатов. У нас отключили свет, поэтому у нас в темноте проходит экскурсия. Но ничего страшного, мы все видим. В каждом могиле есть такие бусы. Очень много. Не только такие, разные тоже. Вот Сигнахи разделяет этого района в двух частях. Нигде такого в Грузии нету. Здесь грузинский художник. Вот два глаза, усы. А вот если эту голову мы сделаем вот так, и будем смотреть с правой стороны, будет профиль. Профиль вот так ты рассматриваешь. Вот нос. Так. Нос, усы, глаз. Смотрите, какой открывается волшебный вид. Мы закончили, тут был целый зал, посвященный художнику Нико Мирацване. Очень интересная история, такая достаточно, очень тяжелая у него была судьба. Ой, мы так кайфанули, слушайте, экскурсовод такой классный, он так интересно рассказывает. Мы, правда, немножко чуть-чуть стали засыпать, потому что там света не было. Но если убрать этот нюанс, просто вообще я поняла, что нужно ходить в музеи только с экскурсоводами. Я не перестаю снимать эти виды, они просто шикарные. Красивите. Ресторан называется Ампелло. Ампелло, Ампелло. Я нашла место, куда я точно хочу. Это вот сюда. Ну все, мы пообедали. Порции были просто огроменные. Я наелась, было очень-очень вкусно. И сейчас мы едем в следующую точку. Если честно, я уже немножко подустала, потому что мы выехали очень рано, в 9 утра. И на солнце с едой прям вообще разморило. Силы еще есть. Они просто вынуждены быть. Пока мы ждем, можно позагорать немножко. Виноград, солнышко, музычка.
Все, супериор старый. Мы приехали на завод, который строился для Сталина, для производства вина белого и красного. Мы уже вышли, значит, жуткое зрелище, такое ощущение, как будто там кого-то закатывали в бочке. Нам не понравилось. Не понравилось. Очень страшно. Вырезает, не вырезает. Не буду, конечно. Это самое ценное. Да. Самая ценная информация. Мы рассказываем истории, о которых невозможно молчать. А сейчас мы приехали на отреставрированную такую фабрику, где находится Redison Collection. Вот он. Осик, ты что такой колтунный? Вот заходим. Дом какой. Но мы не пойдем в дом, мы пойдем только прогуляемся по парку. Я так понимаю, что это еще не Redison, это просто дом, где жили. Зайка, ты с нами? Я, кстати, в машине немножко поспала. Салат с хачапури меня просто срубил. Вот, все такое зеленое, жара спала, собачков очень много. Еще один щенок. А вон там зал, где проходят, я так поняла, концерты музыкальные. Ну и вот мы дошли с вами. Вон, видите, какое красивое убранство у отеля. Рок. Вон, а вот это вообще смотрится симпатично. Ой, извините, я как-то отдалила. Это вайн-бар. Вот такие столы, вино. Вот. Ну, вон, а вот эта штука, в которой топтали вино. Виноград. Все свое, короче. Бар, отель, ресторан, чтобы я так жил. Музыкальный зал. Мы приехали в очередную точку. У нас сегодня столько много точек, я уже запуталась, куда мы едем. Наверное, это тоже винодельня, либо хранилище вина. О, здесь есть Wi-Fi, прекрасно. Смотрите, какие здесь бочки. А? Мы без дегустации, экскурсию, без вина. Нам выдали пледики, чтобы не было холодно. Вот пледики можно взять. Вот здесь вот ваза, где хранят вино. Здесь можно выбрать вино. А здесь вот все в пледах. Оказывается, Харибо, это переводится как «благая весть». И это частная компания, которая содержит эти вина. В этих коридорах хранится 26 тысяч бутылок вина коллекционных, вот именно в этих. А дальше уже еще около 1 000 000 литров вина, прикиньте. Новая линия, так сказать, интересная, важная. Выдержка здесь 12 месяцев. Я все узнала. Это погреб именно для хранения вина. Он порядка 7 километров. Здесь таких 12 длинных туннелей. И вот сюда привозится вино именно для его сохранности. А дальше отсюда его уже экспортируют и распространяют на продажу. С первыми заморозками, можно сказать. А почему такая маленькая бутылка? Только есть и в 0,7 бутылки. Есть с септиком, да.
промываю чистой водой без всякой химии. А конечно, нужно было тщательно очищать, вот приблизительно макают воду и вот таким вот образом, да, очищают. Так до тех пор, пока вот он не будет идеально чистым. А вот так вычерпывалось все полностью, есть вот такой двуручник. И вот так вот уже. Вот из этого аппарата делали чачу, а это собранное из дубовых досок давильня, где давили ногами виноград. И считается давить ногами виноград самый лучший способ, потому что ногами нельзя раздавить косточку, а косточка раздавленная может дать горечь. Мы приехали в супер историческую старую деревню Кахети. Ее сейчас восстанавливают, чтобы туристов больше приезжало. И здесь у нас сейчас будет ужин. Так, мы идем в музей-ресторан. Тут все реликвии. Да. Тоже, наверное, 500-600 лет. Чуть себе старый домик деревенский. Посмотрите, выглядел вот так до реставрации. Вау, какой огромный дом. И пахнет стариной. Здорово. Да. Это Майдадыры. Сколько их тут много. Кроватки для детей. Офигеть, сколько здесь всего собрано. Просто. Вы только посмотрите. О, а вот здесь, смотрите, есть веранда. Зеркало. Картины. Стеллаж. Вообще, ребята, я в шоке просто. Во-первых, сам дом огромный, и сколько тут всего собрано. Такие штучки я знаю. А вот нам на веранду включили свет. Вот так вот все тут выглядит. Что ж, друзья, на этом я завершаю свой влог. Иду ужинать, и потом нас ждет 3-часовая дорога домой. Так что всем пока.